впечатления самые хорошие. Я не ожидал, что здесь будет столько людей и школа придет. Здорово, что здесь людно, что есть ребятишки, у которых появилось свое собственное дерево в сквере яблочный. Это нужный сквер. Это сквер, который надо поддерживать наравне с центральными площадями и центральными улицами города. Мне кажется, такая очень правильная, добрая история, когда и сами люди участвуют, и жизнь вокруг них меняется. И, конечно, нужно делать это так, чтобы эта жизнь развивалась, а людей поддерживать в этом стремлении. Ну, правда, очень активные горожане в этой части. Хочется помогать тем, кто активен. Трудности всегда бывают. В любой задаче, в любом поставленном деле, да, когда к нему идешь, когда хочешь чего-то добиться. Но они преодолеваются, и спасибо вот Сергею Александровичу Попову, он с нами действительно прям на связи постоянно, он нам помогал от маленьких мелочей до крупных проблем решать. Мы заботимся о нашем сквере, мы его любим, мы знаем, что здесь много времени проводят наши дети. Сейчас очень хочется, чтобы был второй этап выполнен площадки. Сейчас проходит голосование, к сожалению, мы на третьем месте, потому что я понимаю горожан, они поддерживают те площадки, которые в непосредственной близости от них. Но очень хочется попросить, чтобы поддержали нас тоже. Если кто-то сможет отдать за нас свой голос, мы будем очень благодарны.